Ну что, вот я и на ярмарке. Авторитет сделал свое дело, пропустили. Сатрико. Сатрико. Кон-мон-мон-мон-мон. Кон-мон-мон-мон. Жена, жена. Не видно. Не видно. Позвольте журнал. Ну что, крупнейшее издательство Эксмо АСТ печатался я здесь. Распрощались. Теперь вот с этим. Кроме календарей ничего больше не издается. Откуда бы начать? Откуда бы начать? Откуда бы начать? Да? Начну справа. Тот. Ну что, книжная индустрия 30-я. Литерас. Аистес. Акшн. Эксмо. Сфотографируйте. Просто держите и все. Хорошо. Она снимает. Кстати, серьезно. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Тут меня попросили подержать. Всего. Лезут. Лезут. Отчепник Эгмон. Эгмон. Литрес. Так просто дать. Первую книгу я сам сделал, напечатал на машинке, переплел, и как-то мне это очень близко, и продал в 91-м году за 25 рублей. 91-м. Это было в 91-м. А потом было
Так что было дело с 91 года? Оттиски делали, да, так раз. Угу. Подходите, напечатайте листик Библии первой славянской. Сколько там заплатить надо? Я думаю, вам делаем бесплатно. А как тогда? Что надо для этого? Пойдете. Пришагнуть? Не, ну мы пока просто не готовы, там надо краску нанести, угу. То все. Там мы начнем где-то в час, наверное. Только. Хорошо. Если не уйду, то подойду с удовольствием. Пожалуйста. Я как раз тут ходил и. Так как вроде все создались, со словом работает. Такое у меня стихотворение есть. Литрес, рес, рес, рес. Это через интернет идет все, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Это арабская компания. Арабская. Да. А Литрес, я так понимаю, это наши соседи. Это дальше, да? Да. Ладно, спасибо. Литрес. Литрес, литрес. Электронных книг. Сервис Арсдата бесплатно на сайте. Но глядишь, может, с ними и получится сотрудничество. Они уже готовы были все прислать, прислали договор. Но я пока думаю. Думаю. Решил немножко себя снять. Эксмо-мексмо. На фоне. На фоне. Читай города. Издательство. Корпорейшн. Профпресс. Профпресс. Бизнес. На. Выкон.
Трудиться-то она будет. Сбывать-то? Куда только все это надо. Ломоносов. Книг было очень много продано. Стали показывать вот раньше мы, да, особенно про оздоровление. Что-то решили другое, да? Начальство. Михаила Вадимовича Всеславянского, руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех на юбилейной 30-й Московской международной книжной выставке «Ярмарки». Она для нас очень ответственна, очень значима, и у нас сегодня много гостей. И я хотел пригласить подняться на эту сцену почетных гостей ярмарки, советника президента Российской Федерации Владимира Ильича Толстого, министра культуры и спорта Греческой Республики Лидию Каниорду и посла Греции в России Андреаса Фриганоса, а также председателя комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Зинаиду Федоровну Драгунко. Дорогие друзья, мы, как всегда, с волнением ждем этих осенних дней,
ждем, что нам приготовили издатели, писатели. И в рамках 5 дней работы ярмарки пройдет около 400 мероприятий. Это и презентации книги, это и автограф-сессии, это и выставки, и круглые столы. Этот год юбилейный, столетие Октябрьской революции, и на ярмарке развернута выставка периодических печатных изданий. Каждый из вас может почитать, что писали в газетах, в журналах ровно 100 лет назад. Мы знаем статистику книгоиздания в нашей стране за прошедшие полгода. Действительно, очень волновались, когда получили эти цифры. Но, вы знаете, все-таки, несмотря на наступление цифровой эры, нам есть чем похвастаться. За полгода 2017 года в нашей стране вышло около 60 тысяч наименований книг. И общий тираж изданных книг составляет 254 миллиона экземпляров. Так вот, этот тираж на 20% больше, нежели чем это было за аналогичный период 2016 года. Вроде бы мы все переживаем за сети книжных магазинов. Видим, что книжка становится дорогой. Волнуемся за то, что наши дети все больше проводят времени у экранов компьютеров и все меньше берут книги в руки. Но вот эти вот визуальные такие бытовые впечатления, тем не менее, опровергаются статистикой. И нам кажется, что уже какой-то баланс между электронной книгой, между компьютером, между социальными сетями и печатной книгой в нашем обществе, да, наверное, и во всем человечестве, уже нащупан. Очень нравилось все, что связано с деревенским бытом, потому что мы тут и бабушек для меня приехали, а потом это всегда очень красиво. Первое дело,
Здравствуйте. Если я с вами не поздороваюсь, это будет неправильно. Я организатор. Спасибо большое. Да. Спасибо. Мы рады, что вы пришли. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, коллега, отсняли? Меня засняли там? Хорошо. Не выбросьте, когда это. Что-нибудь оставьте.